18 февраля 2024 год. Собираюсь на работу. Вот позавтракали. Котейки забавляются. Позитив. У нас все хорошо. Вчера привезли, вернее, позавчера привезли спальню. Ждали больше года, потому что заказали ее в декабре 2023 года. Приехала она 15 февраля 2024 года. Ну вот, спальня классная. Подумаю, может быть, расположу на своем YouTube-канале. Но приятно, что профессионал, мужчина Николай, собрал ее за 4,5 часа, 20 коробок. 20 коробок и матрас от двухспальной кровати. Все установил, все отрегулировал. Вообще высший пилотаж, очень все профессионально. Вот. Так что если и в Уссурийске кто-то интересуется вот собрать мебель, если у Николая будет время, ну вот порекомендую, может быть, и вам он соберет. Мастер высшей квалификации. Это котики играются. Ну все, помогай Бог, YouTube-канал Владимир Стороженко. Говорим о продуктах питания, о продуктах для омоложения, оздоровления, парфюмерия, косметика, физический труд, весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима, дополнительные доходы. Ну, о политике не говорим. Сейчас как бы нежелательно говорить про политику, небезопасно. Вот. Хотя на все есть свое мнение. Давно живем, 56 лет прошли. И 70-е, и 80-е, и 90-е, и 2000-е. Вот. Стараюсь жить осознанной жизнью. Стараюсь следить за политикой, за геополитикой. Стараюсь следить за своим здоровьем, за остатками здоровья. Но начал я следить за здоровьем 9 лет назад, в 57 или в 58 лет, когда меня перекосило очень серьезно. Начал обращать на здоровье, выделять из статью расхода, из доходов семейных, да, стали выделять на здоровье. Стали избавляться от вредных привычек в питании, от вредных привычек увеселительных. Так что все здорово. Вот котики нам помогают осознавать эту жизнь, потому что животные помогают нам открывать в себе человека. Это картон перекрыливали, комнату, где новая мебель стоит. Помогай Бог. Рад быть вам полезен. YouTube-канал Владимир Стороженко. +7 924 123 24 44. Это фартовый. Это красавчик. На связи.